Добро пожаловать во вселенную Агент Шоу Лэнд. Выпуск 4. В гостях Леночка Темникова. Красавица, да? Лена Темникова, 34 года, певица. Дип-хаус-дива и поп-богиня. Обладательница самой сексуальной щербинки на российской поп-сцене. Ворвалась в шоу-бизнес в далеком 2002-м. И с тех пор не пропадает с радаров любителей нежной попсы. По-настоящему прославилась в составе группы «Серебро», из которой ушла по классике со скандалом. С тех пор успешно продолжает сольную карьеру, ну и развивает бизнес имени себя. Стильная, модная, молодежная, пиздатенькая Лена Темникова. Наконец-то у меня в гостях. Лена, я ждала тебя с первого сезона. Наконец-то ты пришла. Почему именно на третий сезон? Просто чисто мне интересно. Ну, потому что я люблю опарышей, трэш, юмор и страх. Ну, ждет тебя сегодня это или нет, мы узнаем чуть позже. А сейчас я предлагаю тебе ответить на 10 интересных вопросов. Здесь 5 категорий, 5 секций. Каждый из которых по 3 вопроса. Тебе нужно ответить на 10, на которые посчитаешь нужным. А, это тир правды, и мы начинаем, пожалуйста. Ага. Посмотрим еще твою меткость. Давай. Я со зрителем не поздоровалась, а да. Камеру можно давай. Посмотреть. Давай, во все. Здравствуйте. Окей, погнали. Жизнь и творчество Лены окружено слухами и противоречиями, как и подобает селебе со стажем. Сегодня все недосказанности лопнут, как шарики в тире правды. Правила вы помните сами. 5 тем, 15 вопросов, 10 дротиков. Добро пожаловать на аттракцион невиданной откровенности. На него смотрела, да. Music by Темникова. Погнали. К чему бы ты хотела прийти в своей музыкальной карьере? У тебя же есть наметочки, да? Кем бы ты, как бы ты хотела... Стать, когда вырасту. Да, стать, когда вырастешь. Вообще, добрый вопрос. Я сейчас нахожусь в поиске нового звука. Я ухожу в рок. Да, сейчас... В рок? Да, я выпускаю 3 альбома своих старых песен, но в рок... Рок-звучание, да? Рок-звучание и новые песни я планирую тоже выпускать чуть ближе, такой поп-рок. Ага. Это мое я. Удивительно, что все артисты, которые начинают с поп-музыки, все равно все тяготеют к року. И так или иначе, всегда вот срабатывает вот эта вот манипуляция, что все хотят сначала гитарку добавить, потом барабанщики, и в итоге... А кто, вот как рок? Вот как он будет звучать? Жесткий рок? Что, на кого равняться, то есть по музыкальным каким-то категориям? Мне очень нравится русский рок. Ну, например, Земфира. А мне нравится ДДТ, но ты знаешь, я не представляю себя, да, что такое ось? Это будет или странно. Там, свобода, свобода. О, эта песня немного для меня значит. Внешний образ у тебя будет меняться как-то? Ты знаешь, сейчас у меня бодипозитив. Видишь, у меня такие щечки, поэтому я меняюсь. Да, healthy. Так и что, потом будут какие-то типа волосы ты на знаешь, лаке? Вряд ли. Мне кажется, панк. То есть это не здрасте, я вот была вся такая танцевальная, вся такая на битах, теперь да. Я рок. Да. У меня обязательно будут сапоги, как у тебя, вот такие тяжелые, самые модные сейчас, между прочим. Да. Сняли, да, засняли, взяли. Нет, я останусь точно такой же, может быть, наоборот, на протесте я буду, наконец, в платье. Меня платье? Никто не видел в платье. Ой, меня тоже. Слушай, дай 5, мы с тобой похожи. А как ты думаешь, как аудитория будет твоя относиться к этому? Все-таки люди всегда любят писать, раньше было лучше. Они вообще помнят Лену Темниковой, такой сексуальной горячей штучкой, которая пела. Такие поп-песни, сейчас ты хочешь делать рок. Не боишься ты вообще остаться без фанатов? Ты знаешь, меня и хейтят за рок, и благословляют на рейв. Все по-разному, всем не угодить. И, ребята, ну... У вас есть выбор, слушать или не слушать. Ну, то есть ты в основном для себя. Нравится, слушайте, да, не конечно, нравится, не слушайте. Ну, конечно. Давай да. Дальше, погнали. Давай. Молодой человек, боюсь за вас, разгон. Честно. Да ёпарасы ты, ну, Настя, ну, это просто невозможно уже, вот. Personal by Темникова. Что это значит, Настя, учишь английский? Прибегала ли ты к пластической хирургии? Нет, я страшно боюсь уколов, я боюсь боли. Но я сейчас расскажу тебе сенсацию, давай. Которую вообще никогда еще не рассказывала и, наверное, не стоило бы. Давай, все сказала А, говори Б. Давай. Секунду. Коронавирус? Нет. Все. Никто не знает. Ты знаешь, у меня была проблема с акне на лице.
И когда она прошла, на коже остались шрамы. И мне в Швейцарии порекомендовали взять немного жира из живота, ну, совсем чуть-чуть, несколько шприц, прогнать через какую-то центрифугу, достать оттуда стволовые клетки мои же и, значит, кольнуть в щеки. И тогда шрамы уйдут. Что произошло? Мне это сделали. Шрамы, может быть, они и подушли чуть-чуть, но у меня такой сейчас, это щечки, они такие налились жиром, понимаешь, как будто 18 лет. Но мне доктор сказал, зато 5 лет не будете стареть. Слушай, так а что вот в этом плохого? У тебя наливные щечки, как у 18-летнего. Да, алло, и это единственное, наверное, что я сделала из вмешательств. Больше ничего не было. Я очень хотела одно время убрать свой нос большой. Какой большой нос? Ты прикалываешься? У тебя просто такой пятачок малюсенький, он просто едва заметен. Пятачок, главное слово. Ну, в смысле, носик пятачок. Он мне не нравился, конечно. А сейчас я себя очень люблю. Вот сейчас ты я ни за что не комплексуешь? Вообще ни за что. Правильно, но так и надо. Я так себя полюбила. Не знаю, с чем это связано. Вдруг осенью у меня открылось. Хотя я была раньше гораздо стройнее, понимаешь? Ну, допустим, я весила 47 килограмм. Сейчас, не знаю, сколько, 54, например. Но тогда я себе не нравилась, считала себя толстой. А сейчас я считаю себя очень классной, нормальной для жизни. И мне нравится все, и даже шрамы. Может быть, ты тогда дашь какой-нибудь совет девочкам? Я думаю, что у нас смотрит огромное количество девчонок, которые комплексуют, и в том числе и по проблеме, которая у тебя была. И, может быть, ты дашь им какую-то мотивашку от Лены Темниковой? О, ребята, вы знаете, мотивашка – это, наверное, понять, что жизнь… Блин, так сложно. Если бы я знала, короче, ответ, я бы точно его давно всем сказала. Что произошло вдруг в этот период моей жизни? Может быть, от того, знаешь, вот когда у меня накатывало, что все так, ну, все так некрасиво, мне больно спать, я не могу смотреть на себя в зеркало, и это дошло до какого-то апогея, потом просто отпустило. И может быть, поэтому. Но мне кажется, что дома точно не надо сидеть. Потому что я на этот год закрылась дома, не ходила ни на какие шоу, поэтому я к тебе не приходила. А я пряталась. Наверное, это не выход, хочешь честно. Хочешь прикол? Ребят, вот на основе твоего рассказа могу сказать, что у меня тоже были... У меня были, ну, там, лет в 19, в 20, причем не в переходный возраст. У меня, короче, лоб был весь усыпан прыщами просто в усмерть. Прям прыщами. Это было, знаешь, когда такие маленькие пригорки, которые ты красишь тональником, и там получается просто коричневый лес. Это полный пиздец. У меня весь лоб был усыпан. И я состригла себе челку. Но единственный минус был в чем? Я очень комплексовала, когда я шла в институт, и ветер был встречное лицо. Он же раздувал всю эту историю. Ну ладно, когда никого нет, изи-бризи. Но когда навстречу шли какие-нибудь парни, каждый раз, когда они равнялись, ветер раздувал мне челку, я делала вот так вот. Ну, то есть я их замарщивала, потому что когда ты делаешь вот так, мне сейчас, наверное, из-за ботокса не видно. Ну, короче, когда ты делаешь так, у тебя лоб сморщивается, и типа ничего становится незаметно. И каждый раз, когда мимо меня проходили парни, я делала вот так вот. Это был пиздец. Так что, девчонки, да, наверное, это надо как-то пережить, и сама жизнь подскажет. Давай ты мне сейчас. Давай. Давай. Я попаду, смотри. Потому что я пиздобал. Ну, малыш. А ты не торопись. Это не спасет размер, ситуацию, да? Только время тянет, да. Не страшно, мы пойдем сходим. Это моя вообще уже любимая рубрика, ходить за дротиками. Кто-то ходит по грибы, кто-то за закладкой, а я за дротиками с артистами гоняю периодически. Хотя хотелось бы несколько других манипуляций. Я насобирала. Давай ты. Вообще, я думала, ты со мной пойдешь, ну ладно. А, извини, я просто... Да не страшно, давай. Сейчас. Вот так вот. Modern Life by Темникова. Как относишься к феминизму? Нормально. Нормально? Ну, то есть, пожалуйста, кто чем хочет, пусть тем и занимается. То есть, слушаю феминисток, с чем-то согласна, с чем-то нет. А с чем не согласна? Ну, перебарщивают иногда, как будто бы. Ну, то есть, я абсолютно согласна, что должно быть равноправие, и президент женщина может быть. Но когда перебарщивают, ну, знаешь... Уже унижают мужчин, да, в плане, да, да. Мы так все сами-сами, а потом сидят и страдают от одиночества в 40 лет, потому что их никто не трахает. Короче, не думайте. Чтобы не доходило до абсурда. Короче, женщины имеют право голоса, но не охуевать. Нет, нет, не так. Но без оскорблений. Это моя предпринимательская компания. Но без оскорблений к мужчинам. То есть и мужчины не перегибайте, женщины не перегибайте. Я это хочу сказать. Давайте жить дружно все, и феминисты, и все. Ну, короче, ладно. Пусть каждый живет вот как хочет, лишь бы не мешал свободе другого человека. Давай так. Давай такой так. Ответ. Все. Все. Давай дальше. Погнали. Вон в то красивое большое сердце. Не попадаем. Давай, на счет 3-4 вместе. 3-4.
О, вот так. Все. И тусовка. Не важно, кто. О, тусовка. Первый вопрос в категории. Да. Угу. Вспомни последний раз, когда тебе было некомфортно на звездной тусовке. Почему? Ну, знаешь, типа, когда автопати, всякая такая дичь происходит. Никуда не хожу. Никуда не хожу. Почти вообще. А почему? Ты знаешь, артисты, правда, в основном, ну, 99,9, все нормальные люди. Но когда мы приходим на тусовки, у нас какой-то от страха, знаешь, у многих надевается, ну, типа, такая защита. Но мы такие чуть более сдержаны, а сложно расслабиться. И только если ты встречаешь друзей на тусе, то есть ты такой, все, уже королева танцпола. А мне не очень комфортно, плюс я, правда, не люблю сниматься, фоткаться не люблю, мне это не доставляет удовольствия, я все время стрессую в этот момент. Я люблю концерты. Все остальное в моей профессии для меня это чуть-чуть стресс. Ну, ты такой звездный социопат, можно сказать, чуть-чуть, да? Чуть-чуть. И поэтому за последние годы я даже не помню, чтобы я куда-то ходила. Окей, давай дальше. Опа! Опа! Молодец. О, вопросик. В твоих песнях встречаются темы наркотиков, эйфории, свободных отношений и так далее. При этом ты ведешь тихий семейный образ жизни. Какая Елена Темникова? Здесь вот, да, вопрос очень интересный, настоящий. Потому что все-таки, как мне кажется, если артист исполняет какие-то музыкальные композиции, вот я слушатель, я же слушаю, естественно, я примеряю на себя, но понимаю, что ты не можешь мне лгать. Ну, типа, я слушаю Елену Темникову, потому что она делает, говорит правду. Соответственно, у меня есть ощущение, что ты так и живешь. Но по факту в Инстаграме у тебя образ, ну, и ты есть мама, жена. И как бы вот как сопоставить эти два факта? Окей, длинный вопрос. Смотри, начну с конца. Инстаграм не образ вообще у меня, так получилось. Мне бы хотелось, но мне, честно, лень им заниматься. Особенно я с января прошлого года в теневом бане. Меня это задолбало. Только меня оттуда вытаскивают какие-то жалобы, вообще непонятно на что. Угу. Ну и как-то Инстаграмом я особо не занимаюсь, но вот есть какая-то фотка. Вот сейчас я ехала к тебе, сделала видео, опубликовала одно видео. Ну то есть не сильно парюсь. Я к тому, что типа в Инстаграме, ну то есть ты там, ну, я там ты настоящая, красивая, очень. Настоящая очень, да. Но меня тут интересует вопрос. Про ты поешь, да, про наркотики. Ну, ты я поешь киваю, о том, причем, но я поеду поешь... про наркотики, но я сейчас объясню, я да, киваю. Да, ты поешь, потому что это действительно в твоей жизни присутствует? Или нет. Ты все-таки, а почему ты тогда нет, поешь? Нет, я абсолютно против наркотиков, ребята, а это страшно. И ну, это, как знаешь, ты можешь петь про них? А, я не про них пою, смотри, там сравнивается любовь и чувство, страсть с разными опьянениями, то есть только там вот про это. Ну, Леночка, люди-то, которые слушают, молодежь, маленькие и взрослые, они же слушают, если там употребляется слово наркотик или какое-нибудь название наркотик, все, они автоматически думают то, что ты да, к этому имеешь отношение. Ну, то есть ты поешь, значит, ну, ты понимаешь, о чем ты поешь, ты же не можешь петь просто бездумно, потому что там слова, как ты сказала. Потому что это радостная новость. Есть одна радостная новость. Я тоже, кстати, никогда это не рассказывала никому. Ты знаешь, если говорить честно, то за последние годы меня стала напрягать эта тема, что авторы шлют мне песни вот с вином, ночными вот этими историями. То есть я честно, немножко подобламывалась. И когда мне присылают песню, говорят, ну это же в вашем стиле. Я говорю, чуваки, ну пожалуйста, я правда уже устала. И вот за... Ну вот за последнее время у меня нет в текстах такого и не будет. То есть те релизы, которые я готовлю на будущее, там ничего такого нет. Вообще я бы хотела написать песню, знаешь, о чем? Может, авторы меня услышат. Что, знаешь, у каждого из нас в жизни бывает что-то там нехорошее, плохое, мы опускаем руки. Помните, что это всего лишь там момент. Если когда-нибудь, мотивашка, вы встретите человека, которому тоже... грустно, у него опускаются руки, подойдите к нему и скажите, чувак, я проходила это, все будет нормально, правда. То есть мне хочется вот такую песню. Я, наверное, чуть-чуть пережила этот период модных, супермодных битов, угу. Потрясающих, и вот этой темы такой околотусовочной. Прости прощения. Нет, ребят, правда, меня действительно это чуть-чуть, ну как... Блин, ну тоже артист такой пришел и говорит, я вот песни короче, пою, делала... но не со всеми словами я согласна. Ты просто делала, потому что это было модно. И это тоже, и это тоже, и в том, что все равно это про любовь, просто про любовь через вот эти чувства, угу. Понимаешь? Много же песен было еще, когда мы вот с тобой вот такие маленькие были, что, например, там «По венам течет», стопудово. Там «Любовь». «Белые дороги стоптали мои ноги», Гарик Сукачев и Пелагея. А вот я даже не догадалась. А я вот догадалась. Я думала, по снегу идут просто далеко. Ну, короче, зимой, в декабре. Вот сейчас, кстати, ты будешь ржать.
Я иногда пою песни, не знаю, о чем там речь, пока мне не объясняют профессионалы. Но таких песен уже нет, и, скорее всего, не будет, потому что я тщательно прошу авторов, ну, даже слово «вино» замените по возможности, ну, серьезно. Да классный вопрос, такие вопросы потрясающие. Вот так, все, бизнес. Сразу попала просто. Давай пройдемся по бабкам. Я не бизнесмен на минуточку. А сейчас я бизнесвумен. Панч. Сколько стоит один пост в твоем инстаграме? Очень простой вопрос, но любопытный. Дорого, видимо. Ты знаешь, у меня рекламы мало, но я помню случаи, кейсы такие нехорошие, знаешь. Пришли, говорят, мы платим любые деньги, прорекламируйте, пожалуйста. Вот, прям реально да, любые. Прорекламируйте там одну историю. Это что-то должно вкалываться в лицо, а что-то из свиньи взятое. Я, значит, и деньги огроменные вообще. Я звоню сестре, она врач. Я звоню косметологу, и они мне в оба уха говорят, это очень страшно. То есть бывают такие ужасные последствия, что прям... Ну, конечно, конечно. Поэтому нет, сразу нет. Ну, ты выбираешь рекламу, конечно. То есть ты не рекламируешься подряд, там, нет, как некоторые блогеры нет. У нас. Это правильно. Ну, тут так просто вышло, что, как правило, я рекламирую то, чем пользуюсь, потому что видят, что я этим пользуюсь, приходят и хотят еще, чтобы в тексте было про них, потому что они и так в моей жизни есть. Поэтому прям класс. Красава, уважаю. Давай ты лучше, давай, 3-4. Да, блядь, какой-то пиздец. Опаньки. Бизнес. Как относишься к плагиату? Плагиату? Ну, если он нарочный, ну, то есть прямо увидели такие, о, камон, хочу вот как так же. Как можно случайно сплагиатить? Можно. Ты знаешь, можно. Можно просто не знать, что, грубо говоря, такая песня уже написана или такое уже сделали. В моей жизни есть пару ситуаций, когда вот мне казалось, что прям у меня украли фишку, потому что мне рассказывали, как это произошло, цепочку. Ну, грубо говоря, там, нас посмотрел этот человек, рассказал тому-то своему артисту, и вот они сделали подобное. То есть, да, чуть-чуть обидно, особенно сначала. Я знаю, что тебе тоже обидно, когда у тебя заимствуют идеи. Но потом это идеи. Мотивирует. Это круто, когда у тебя пиздец. Вот меня ни разу не мотивировало, это классно. Честно. Смотри, ну, твое творчество достигает такого уровня, что у тебя воруют. А ты плагиатила? Нарочно? Да. Давай буду думать. Я точно плагиат. Знаю, что я хотела покраситься как... Господи, имя-то ее как? Ольга? Певица американская. Извини. Блядь. Как зовут? Леди Гага? Нет. Дуа Липа? Да. Да. Как Гадя Петрович? Да. Вот Дуа Липа, да, Дуа Липа мне очень понравилось, как покрашены у нее волосы. Да. И я очень так хотела. Ну, блин, чуваки, наверное, да, надо придумать что-то уже свое. Потом, давай еще что-нибудь подумаем. Музыка. Я лично нет, потому что я песни покупаю, готовые полностью, и, ну, то есть, вообще, ну, вот я редко у тебя была. Про импульсы. Да, да. Ну, честно, это тоже трэш, конечно. В те времена в Инстаграм можно было постить только 10 или 15 секунд. Угу. Это потому было что очень давно. Нет, это было очень давно. Да, видео, да. И, значит, когда вышла песня, я счастливая хожу, мне песня нравится, мне начинает писать Лена, это плагиат, и делать видео короткие, 10 или 15 секунд, где сравниваю две песни. И мне искренне не хватало этих 15 секунд, чтобы поверить что в это. Я говорила, это полная чушь. Я позвонила чувакам, кто написал песню, сказала, пацаны, что за дела? Они мне клялись. Просто клялись, что никогда не слышали этот трек «Гордон Сити». А он со всех чайников звучал. Они клялись. Можно было не слышать? Я им поверила. А это ты люди... не слышала его? Я не слышала. Ни разу в жизни. Я вот тебе вот как вот вообще говорю. И значит, я стала защищать своих пацанов, говорить нет. Дальше проходит 2 года. Мы идем с подружками по центру Москвы, настроение супер, лето. И вот проходим мимо какого-то кафе, начинает играть песня. Я такая, о, импульсы, такая пританцовывая. И начинается тут и начинаю такая, я сквозь мембраны. И все. И я понимаю, что это та самая песня. Я начинаю, настроение падает. Я вот так останавливаюсь, начинаю слушать внимательно. Да, действительно очень похоже. Но видишь, пацаны мне сказали, я, конечно, купила песню с потрохами. Конкретно ко мне претензий нет, потому что я купила ее. Вот к авторам может быть. Ты знаешь, и после этого очень страшно, потому что... Был у меня еще один случай, я хотела купить песню, влюбилась в нее по ушу. И тут ставлю своему другу, смотри, какой трек я хочу купить. И он мне говорит, минуточку, и набирает в интернете, короче, другую песню. Просто в ноль припев. Я звоню автору и говорю, что за дела? А у тебя один и тот же автор? Нет, сейчас много.
Просто, как бы, может быть, к человеку надо было обратиться, он просто такой автор чего? Автор, блядь, того, что он пиздец. Знаешь, правда, некрасивая история, но я искренне отвечаю на этот вопрос, и у меня к себе вопросов нет, я эту песню купила с потрохами. И на тот момент не знала о существовании вообще такой группы. Но самое интересное, знаешь, в чем парадокс? Что именно эта песня дала тебе вторую волну. Да, она это стала правда. Твоим трамплином, да. К тому, чтобы тебя снова начали вот так вот жадно слушать и стали внимательны к твоему творчеству, так что тут есть как бы да, и за, знаешь, и против. Да, но, знаешь, все равно такая, знаешь, быть замешанной в достаточно некрасивой ситуации, ведь ну, то есть, смотри, вот я сейчас говорю абсолютную правду, но я знаю, есть такой закон, когда человек говорит правду, ему не верят. И все равно, знаешь, не отмыться и не доказать всем. Слушай, и это не самый зашкварный вообще момент, и иногда такой пиар и вообще инфоповод срабатывает в тысячу раз лучше, чем ты пытаешься протолкнуть что-то суперхорошее и позитивное. А, кстати, и важная часть этой истории, мы же потом проверили, есть такое какое-то общество, куда нужно выслать два трека и типа на схожесть. Официально документ где-то там в другой стране, что это не является плагиатом, да? Все равно там что-то разное. Просто он по ощущению и по вступлению, ну, действительно очень был похож. Пацаны сказали, что они купили конкретный луп, поэтому так. Ну, блин, дурацкая ситуация. Но я поняла, что мне надо защищать своих пацанов, потому что, ну, просто на них прям это все покатилось, и некрасиво. Ну, как сказал Смоки Мо, было и было, а мы продолжаем дальше. Хорошо. Ну, ти-ча-ча-ча. Давай. Сразу два. Тогда давай, начинаем с твоего, заканчиваем с моего. Бизнес by Темника. Кстати, всю категорию выбила. Одежда, бургеры, мороженое, VR-тур, открытие лейбла и так далее. Почему твои бизнес-активности так часто меняются? Ты ищешь себя. Бургеры, кстати, я пробовала твои бургеры. Ну, ты просто, что здесь интересно? Ты пробуешь себя как бизнесмен, ты пытаешься себя нащупать? Я вообще не бизнесмен, понимаешь? Во-первых, я бизнесвумен. Я не бизнес-человек. Мой муж сказал так, и это самая правильная фраза. Лен, возьми денег. Иди купи фургон мороженого и раздавай людям. И это вот этого будет больше пользы, и глаза у тебя светятся. Я нифига не руководитель, потому что я что? Как-то очень путинечко вот нежно, тут да, слишком. А продюсер и вообще человек бизнеса, он должен быть справедливым, но очень строгим. У меня этого качества нет. Поэтому все делает моя команда. А я утверждаю, есть вероятность, что в ближайшее время я запущу супер-пупер талантливую вокалистку, девочку молодую. Она просто богиня. Вот такие таланты очень нужны на сцене. Все-таки ты хочешь себя в роли продюсера развивать? Да не продюсера, я скорее знаю какие-то... Ну, коучи, я не знаю, человека, который подталкивает. У меня есть опыт, но у меня есть команда потрясающая, топовая, профессионалов, которые могут создать удобные, хорошие условия для артиста. А дальше будем идти вместе, а в будущем зарабатывать, конечно. Смотри, я тебе выбила мюзик, да? Давай его тогда забираем. Смотри, две категории просто исчерпали себя. Ну, на самом деле, мы тут с тобой уже поговорили об этом, но так или иначе озвучу. Ты пишешь песни сама или заказываешь их, но я так понимаю, что ты заказываешь песни. Что-то мне приносит. А сама пробовала писать? Ну, ты знаешь, да. Не получается? Ну, мне не нравится, такая чушь. А есть какая-то риф? Ну, не, вот нет, пару пожалуйста, строк. Нет, пожалуйста, мне так стыдно, давай, я даже пару своим строчек. Коллегам, нет, ну, пожалуйста. Давай, ну, накинь, ну, Ленка. Ну, нет. Ты же сама признала, что тебе авторы пишут. Пожалуйста. Поэтому ты я уже... не хочу позориться. Так, давай вместе, не, ну, я правда. Тебе бит накину. Ты знаешь, что я делала сейчас первый раз в жизни? Вот на данный момент, и сейчас я должна быть в офисе, в студии, я пишу сама себе минус. Ну, то есть с командой. А, я музычку полностью вот это все, пишу да? бит, я о, выбираю все звуки. То есть я настолько в процессе. Да, я поменяла мелодию песни, но не трогала слова. Пожалуйста, пару давай слов. Я тебе лучше новую песню спою. Ой, я так нет, стесняюсь, пожалуйста. Пару слов, давай. Ну, песня, которую тебе автора написала, она будет пиздатая. Давай свою. Это правда. Ну, пару нет, строк. Нет, не буду. Ну, я пожалуйста. Даже забыла. Я забыла от волнения. Давай. Мне руки вспотели. Я забыла от и волнения. Давай после глазах. Программы. Давай в последний, в конце. В конце. Давай, в конце. Хорошо. Сейчас бит. Давай новую песню тогда. Да я уже разволновалась, теперь ничего не... У меня сердце бьется, как у кролика. Давай, я тебе бит накидаю. Давай... Нет, не надо вот такое. Ну, что за это? Что это за... Такой еще бы вот так бит накидывала. А, о, давай вот что сделаем. А это тогда я другую песню спою. Современно. Давай другую я спою уже, давай.
А, кстати, а давай я сейчас обращусь через твою программу к Басте. Давай. Короче, у меня есть трек, на мой взгляд, это просто супер хитяра. Он такой народный, честный, такой, блин, да, вот такой. Его полюбили все мои друзья от вот таких супермодников, понимаешь, до тусовочных панков, да. Ну, почти одно и то же, да. И они очень ждут выхода, но я понимаю, что это фит. И мне видится в этом треке Баста. Знаете, смотри, песня как звучит. Так ты его приглашаешь Баста, на фит? Баста, я приглашаю тебя на фит. А Вася смотрит эти выпуски, я знаю. Пропал пацан, попал в капкан в миллионный раз. Подожди, дальше забыла. Рок пошел. В миллионный раз. Где? В красоте красивых глаз. А в омуте нет. В да красоте. Я не знаю эту песню твоих авторов. Короче, она супер классная, я просто сейчас забыла супер. Временно. Это была охуенная презентация новой песни. Я думаю, что Баста сейчас расплакался и уже пошел искать телефон. Да, и дописывать, в каких же глазах все-таки да, это будет. Да, это правда. Супер, охуенно. Давай вместе сейчас. Нет, подожди, стоп. Давай. Чтобы вот заманить, пропал пацан, попал в капкан. Вот смотри. Пропал. А мне что делать? Со мной пой. А, давай. Пропал пацан. Давай ты за меня, я за Басту. Попал! Давай, давай еще раз, капкан. Сначала. Смотри, ты женским голосом пой, я сейчас так буду мужским. Давай. Давай, все, кто... Попал, хочешь ты за Басту? Пацан, давай. Пропал, пацан, попал в капкан. В миллионный. Да-да-да, красивый глаз. Пропал, пропал, пацан, пацан, попал, попал в капкан, капкан, в миллионный раз, мили-мили. В красоте красивых глаз. Глаз. Где? А, в западне. В западне. Ну, я эту песню, я эту в западне. В западне. Баста, я жду тебя. Это просто, тем более, что мы прорекламировали эту песню. У меня же сосочки встали. Да. Давай, мать, жги. За Россию. Он в красоте ее бездонных глаз. Ему не выбраться никогда. Да, это был куплет. Я запуталась уже, чьи это песни, какие, от кого. Так, смотри, вот, отлично, крайний вопрос. Давай. Финалочка, давай. Смотри, и мы у цели. Как относишься к ролевым играм? И есть ли они в твоей жизни? У меня в моей сексуальной жизни. Да, расскажи про секс. А то у меня полно ролевых игр каждый день. Расскажи про секс своим мужем. А, хорошо, расскажу. Но ролевые игры у меня в другом. У меня с ребенком каждый день есть. Есть ли секс после 10 лет брака? Ты знаешь, да, есть. И он такой классный, этот секс. Только будет сейчас... Ты знаешь, я мужа скрываю, потому что... Он слишком секси. Ой, у него такие плечи. И вот такое Толя, прям... Покажешь после программы? Я даже сейчас вспомнила, даже тебя так захотела. Ленка, держись. А вот здесь нет. Ну, фотку-то покажешь мне потом в тайне? Да, покажу. А, значит, смотрите. Ну и что там? Ты знаешь, секс есть. Супер. Его много, и он супер классный. Потому что знаешь, что мы делаем? Нет, расскажи. Мы кайфуем. И сейчас просто должна быть музыка. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем. Да, вот так. Когда мы понимаем, что у нас есть несколько свободных часов, мы идем в спальню с такими песнями. Кайфуем, включайте треки Гаязов Бразерс и понеслась. Жизнь после, сексуальная жизнь после 6 лет брака есть, и она умопомрачительная. Конкретику. В смысле, я тебе что сейчас буду рассказывать, как я, как он? Ну, ролевые игры есть? Нет. Этого правда нет, и вообще в моей жизни никогда в жизни не было. А кайфовая она потому что любовь или потому что вы пробуете какие-то потому разные интересные... Потому что любовь и страсть, бешеная страсть. До сих пор вот оно есть, вот, существует. Вот встретимся мы с тобой через сколько-то лет, и ты поймешь, о чем я говорю. Ты знаешь, когда ты находишь своего человека реально, ну это происходит действительно, когда мы уже взрослее, там реже 18. Это правда. А то с каждым днем ты любишь все сильнее. Это парадокс. Я иногда сижу и думаю, да как же так? Я думала, что уже больше невозможно, но я люблю каждую его атом, просто каждый. Я так от него фанатею. Ой, мамочки, все. Ой, правда, мурашки. Я тебя понимаю, ой, хорошо. А все, разве все выбили? Ну все, что, да? Мои сосочки встали, настроение просто высочайшее. Я думаю, что нам пора продолжить, потому что сейчас тебя будет ждать немножечко хорошего, увлекательного, забористого трэша. А пока мы готовим рубрику, напой мне все-таки что-нибудь из своего. Ой, мама мия. Пришло время для теста на чувствительность, интуицию и везение.
Лена и Настя должны вслепую и на ощупь определить, какой предмет лежит в черном ящике. Все просто. Не угадал, пососал предмет 10 секунд. Поехали! Рубрика «Трогательный рот» объявляется открытой. В чем смысл конкурса? Мои маленькие помощники кладут нам в боксы по какой-нибудь неприятности. Я вижу, что у тебя, ты видишь, что у меня. За 20 секунд нам нужно отгадать, что это. Если мы не отгадываем, кладем это в рот на 10 секунд. Если отгадываем, то опасность нас миновала. Сейчас мы с тобой отворачиваемся, закрываем глаза, пока пацаны раскладывают нам всякую бяку. И, соответственно, ждем команды, когда можно повернуться. Погнали! Разворачиваемся? Да. Удачи! А где дырки-то? Дырки. Давай ты первая. 20 секунд у тебя. Что нафиг? Что это такое? А что-то на тарелке отвратительное. Да. Это живое? Нет, пожалуйста. Да я не могу. Ну, вряд ли бы мы положили труп на рот. Веревка. Ну, это веревка. Нет, осталось 5 секунд. Нет. Все, время истекло. Это группа такая. Это дред. И тебе надо положить его в рот на 10 секунд. Чей да, Лена, это дред? Настоящий растаманский дред. Не знаю. Давай мы в финале вместе будем класть. Так, мать, мне тоже надо что-то есть. Давай, давай хотя бы половинку между зубов зажми. Давай, у меня рот сейчас будет супер трогательный. Трогательный рот. 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Красава. Ну ты молодец. Обожаю. Я не могу, я ненавижу эти конкурсы. Блядь, пожалуйста, что это? Это что-то склизкое? Это... Фу, это жир, это жирная свиная кожа. Это куриная кожа, это курица? Блядь, что это? Закончилось. Ну, давай это? Еще одно. Что еще? Ну, еще одно? Предположение какое-нибудь. Я не знаю, это кожаный какой-то мешок с говном. Близко. Но тебе это держать во рту, потому что это бычий пенис. Бычий пенис. Жил-был бычок, маленький и добрый. И был у него маленький пенис. Бычок рос, и пенис его рос. Настал день. На тюшки время. Нет, блядь! Я не буду это есть! Почему у меня? А почему вы должны были быть у меня? Это, блядь, мое шоу! Вы же знали, суки! Настюш, я не буду в рот себе класть бычий хуй. Я не ела бычий хуй. Почему все решили? Почему, когда все видят какое-то дерьмо, решают, что я его ела? Нет, я думала, что на том проекте, где ты путешествовала, ты ела все это. Это правда съедобно, говорят. Но это не точно. Да, очень мило, да? Здорово. Это продезинфицированный хуй. Я просто такие, блядь, употребляю. Извините, блядь. Сейчас коронавирус ходит. Блядь! Я однозначно знаю, кому этот контент понравится. Фу, блядь! У него такой большой член. А размотай его. Настя, дай посмотреть, размотай его. Нет, ну зачем так ты вот так? Почему ты такая смелая, когда дело касается не тебя? Тебя, да, ну потом... Блядь, в голову! Это обычай. Куда? У кого такое просто внутренность? Это досквозь можно проткнуть и просто бедная еще... Бедная женщина бычка, да? Фон, точно придет? Пацаны, это ужасное шоу, фу, это просто... Я такое счастье, я блаженство испытываю просто за весь мой день мучений. За что? Уроды вонючие, вы знали, куда кладете. Я не прощу это, сука, вам, суки. Ну давай покажи, мне же в следующий раз тоже что-то будет брать. Все, я беру в рот 10 секунд, считаю, Лена. Да, не могу, давай, быстро буду считать. Ну возьми сначала, начну. Ну, губами, не зубами. Ты что-то пиздишь, а? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Фу, у меня стресс, это пиздец. Я плакну, сплакнула. Лена, я думала, ты будешь вот реально тут страдать. Просто кто ожидал, никто не ожидал. Давай, отгадывай свою коробку. Сразу. Ну что, время пошло? 20 секунд, пошло! Это говно. Нет, ну почти. Нет.
точно не говно, Настя? Нет. А чего оно такое, блядь? Извините, мать, я не матерюсь. Можно, можно. 10 секунд. Настя, это говно! Да нет! Но не воняет. Ну почти. Это говно не вонючее. 5 секунд. Глина? 4, нет. Пластилин. Время! Это жеваная жвачка. Ёп! Да. А я думала, что... Я, кстати, жевал Витал. Витал, где ты? Он еще ходил, я говорю, Витал, а что ты жвачку так жуешь? Он говорит, я не знаю, мне сказали, прожевают очень много жвачек. А если это человек... У меня офис стерильный, у меня повсюду дезинфекторы, все ходят в масках, все вот это. Надо было там оставаться тогда. Ты пришла в гости, блядь, в цирк, блядь. А можно не увидеть человека, кто жевал эту жвачку? Это практически поцелуй. Он красивый, Виталий, где ты? Витал, у вас практически в засос был поцелуй с Леной Темниковой. Ну как угадать жвачку? Хорошо, спасибо, что не какашка собачья. Это правда. Я только что бычий хуй держала во рту, поэтому возьми эту жвачку в рот и не выебывайся уже за 10 минут. Ой, давай. Блин, волосы налипшие. Вот это классная рубрика, мне нравится. Считай, побольше или поменьше? Как хочешь, давай. Раз, в рот, Лена, два, три, четыре. Ой, я лизнула. Четыре. Этого достаточно. Нет. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, хорош, красава. Вкусная? Наверное. О, после бычьего пениса мне уже ничего не страшно, честно. Я тебе скажу. Ну такое. А, у тебя? Да. У тебя вообще лапочка. Да? Да. Ты так и говорила про предыдущего просто. И понесла. Не живое же? Ну чуть-чуть. Как это? Ну, живое. Это губка, это что? Я ненавижу эти конкурсы. Это какая-то... Это пыль? Это мусор? Нет. Это из пылесоса мусор? Это губка, пощипанная губка? Нет. Что это живое, это? Осторожно. Да ты, блин. Да. Это губка посуды раскрепощенная. Раскрепостилась губка. Кажется, как будто губка, знаешь, которую давай вот надрали. Все, у меня закончилось время. Это очень легко. Это не противно и даже прекрасно. Что это? Это мох. Блядь, я была совсем рядом. Да. А, мох вообще изи-бризи, блядь. Че? Вообще. Да, правильно. После бычьего хуя надо закусить травинушкой. Просто гарнирчик, друзья. Ваше здоровье. Погнали. О, прям в рот. Может, там яйца насекомых, которые сейчас внедряются в твои десны. Давай, поворачиваемся. О, да, детка. О, да. Секунду. У меня тоже какой-то пиздец? Да. Давай, начинай. Почему я? Потому что ты начала, и ты продолжаешь. Это курица. Нет. Это кишки. Это кишки. Нет. Это мышца, жопка. Жопка чья-то. Нет. Это куриная грудка. Нет. Я не буду это держать во рту. Будешь, потому что осталось 5 секунд. Время! Это мясо. Нет, все, время истекло, это группа, а это говяжий мозг. Я бычий хуй держала во рту, после этого ничего не страшно. Это сырой говяжий мозг. Да. Ну промытый, он продезинфицированный, не переживай. Лучше не нюхай, я тебе на своем опыте говорю, лучше не нюхай. Извините, я убежала только по причине, что я подумала, не сдержусь. Ты не понимаешь, что это за запах. Ты не понимаешь! Я понимаю, что это за запах. Прости. Надо в рот, Лен. Я положила, и ты положишь. Положишь. Давай, мать. Задержи дыхание. Помнишь, как что-то приходило с лекарства какие-то? Даже на руки, на лицо не поднести. Можно я обойду, посмотрю кусочек? Можно. Выбери себе самый лакомый. Давай я тебе достану его. Сука. Ой, нет, ушло. Давай, закрывай носик. Нет, пожалуйста, носик так, есть наказание, другое. Нет, пожалуйста. Носик так, оп, и ам. Ее выторжните, сейчас уже не давай, хотите. Давай, 5 секунд. Вы же не хотите мы таких хотим. Высоких. Секунду. 5 секунд. Сейчас подохну. Сейчас. Давай, носик закрой, я тебе говорю, чем? Будет легче. Вот, давай чем? Я тебя подержу. Я не смотрю, что у меня там. Давай. Давай. Три, поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Красава! Водички, салфеток, срочно! Человеку помощь, реанимация! Ребята, мне еще никогда не было так близко к рвотному рефлексу, как сейчас.
А ведь говорят, руки задрожали. Водички будешь? Я супер, я смелая. Ты красава. Сейчас я не знаю, что меня ждет. Ты говорил, что там тоже... Спасибо. Ну, позорище, конечно, Настя. Вот это вот все, вот это вот. Можно спокойно было взять и съесть? Конечно. Начинаешь тут нервничать, да? Это так просто. Да у тебя вообще лапочка. По сравнению с моим. Ты всегда так говоришь. Да сейчас правда лапочка. Куриная грудка. Нет. Сердце чье-то. Чуть скорее, давай. Кишки. Нет. Блять, опять писька какая-то, только нет, поменьше, да, блядь. Нет, быстрее. Почки. Нет, еще. Сердце. Нет. Легкое. Нет, целиковый. Целиковый. Время. Орган. Я так хотела тебя спасти. Фу, что-то рыбным воняет. Блять! О, я это держала в зубах. Знаешь, какой у нас был конкурс однажды? Я беру без рук, передаю тебе рот в рот. Сукин сын. Не, это блядь, вообще нормально. Это все равно отвратительно. Он дезинфицированный, конечно же. У нас все дезинфицировано же, да? Я не верю, что мои мозги... Он уже все шоу дезинф... Давай, считай, это пиздец. Давай, один. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И что? Все хором один. Все, оборачиваемся. Удачи. Хочешь первое, ты сейчас угадаешь. Давай. Давай, быстренько, погнали. Что-то мне воняет. Погнали. Быстрее, 5, 4. Губка. 3, все. Спасибо. А какая губка? Мыть посуду. Правильно. Меня все-таки любит команда. А меня, походу, нет. Давай. Время, погнали. Кость. Это кость. Для собаки игрушка, гриз собачки, для зубов. Да, 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 да. Тебя тоже. У меня собака. Тебя тоже. Да, блин. Ну, поворачиваемся или нет? Я не поняла. Да, да, все, поворачиваемся. Оп. О. Ужасно. Может, тебе это подскажет? Давай, ты начинаешь. А я начинаю? Давай. Ужасно? Ну, не, время. Ёпарасоте. Это что-то мясное? Ну, да. Это сухожилие какое-то? So-so. Это резиновое? Нет. 10 секунд. Это сухожилие, это что-то, сука, мясное! Из него делают эти, свиное что-то, дырка, свиная жопа? Все, время вышло. Не совсем, ты была близка на самом деле. Могла бы, практически угадала, но все равно это не засчитывается, потому что надо слово в слово. Это свиное ухо. А, это не страшно. Спасибо, что ухо. Спасибо, что живой. А могли бы? Блин. Не доработали. Посмотри, какое оно огромное. Я никогда не видела в жизни его так близко. А приложи, слышишь? Скажи, кто там? Вас не слышно? Говорите громче. Настюшка, тебе сейчас тоже ждет. Новый трек? Ну ладно, что, с удовольствием. Нюхать я, пожалуй, потом. Не нюхай, просто в рот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это прекрасно. Он даже не пахнет. Но это лучше пахнет, чем кишки. Не пахнет, да. И письки. А, все, я уже собралась. Ну, погнали, малыш. Так, время пошло. Блядь, я не люблю вот это все липкое, гладкое, как кожа. Фу, это копыта, блядь. Нет. Это, блядь... Явно не новое. Это какая-то кусок тела, блядь, животного. Нет. Это резиновая хуйня. Да. А, я угадала. Это резиновый пенис? Время? Ну ты близко, давай. А все, у меня время закончилось. Ну это резиновый пенис и... Давай, последний шанс. Резиновая вагина? Нет. Придется. Видно, что не новое. Мне написали, я честно бы сама не догадалась, что это. Вот как ты думаешь, что это? Что это хотя бы? Что это? То, что в жопу засовывают себе. Мне здесь написано, что это кулак для фистинга. Да. Кулак. Он был в чьей-то жопе, скажите мне. И сейчас тебе это кто-то прошептал, понюхай, узнаешь. Это ужасно, Лена. Это серьезно, такой кулак себе пихает это в жопу? Это трэш. Это пиздец, это реально кто-то покупает для того, чтобы засунуть в бачко. Это ж как? Просто, я буду наказывать вот так вот, блядь, сотрудников. Ну-ка иди, блядь, сюда. Снимай, блядь, штаны, давай.
Подливка, блядь, буду тебя наказывать. Но для начала возьму в рот на 10 секунд, а потом мы с тобой разберемся. Да ну, ладно, здорово. Но... Что ж, классно. Очень классное шоу. Всем спасибо. После этого моя карьера пойдет под откос. Я очень надеюсь, что он не был ни в чьем анусе. 10 секунд. Время. А хочешь, я подержу? Кулак? Да, да. Давай. Ну, давай. Сюда вставай. Ой, он какой. Вон, ребята, он очень жесткий. Это да? Вообще нифига не съежится, если надавить. Ну, давай. А-та-та-та-та, а-та-та-та-та, а-та-та-та. Все, хватит, достаточно, достаточно. Я... Спасибо. Супер. Леночка, было это здорово. Это дорого теперь. Я надеюсь, твои дети не будут смотреть это шоу. А давай за самый лучший комментарий ты подаришь это. Видишь, это твоя помада. О, ребята, кстати, кто увлекается такими вот фистингом, да, пишите в комментариях, чего вам не хватает в шоу, что бы вы туда добавили, или, в принципе, свои пожелания, пожертвования. Тому, кто выиграет, за самый лучший комментарий я подарю вот этот кулак с моей губной помадой и распишусь с Леной вместе. Класс. И этот кулак будет ваш, и втыкайте его куда хотите. Сейчас мы... так трогательно было, что да. Даже прям... Мне кажется, это могла быть прекрасная награда. Я благодарю вас за то, что вы уважаете мое творчество. Я очень стараюсь. Или просто, знаешь, награда в порнухе. О, да, моя жопка страдала ради этого момента. Ладно, все, всем спасибо, мы идем дальше. Охуенно! Это было очень страшно и весело. Спасибо. Да, это правда. Тарас, ребята! Хватит так смотреть. Опасный тип. Но у меня ухо свиное еще в зубах, поэтому норм. Лена и Настя сыграют в русскую карточную игру «Очко». Карты спрятаны в мебели и бытовой технике. Для победы приветливой и милой Лене Темниковой придется крушить и уничтожать все вокруг гигантской кувалдой. Правила простые. У каждой карты свой номинал. Кто первым набрал 21, тот и выиграл. Выбери оружие труда. Орудие труда. Молот или бита? Молот. Стопудово молот. А как я достану отсюда карту? Блядь, как это страшно! Семера! Класс! Все, погнали! Короче, ты готова? Давай, все, Лена, разозлилась, пошла! Пизда! Почти! Лена, давай! Давай! Просто не жалеем, ничего. Я... Давай, с криком, давай. Как телки. Давай по мониторчику, по экранчику. Да. Мать, а ты разошлась. Как в таком маленьком человеке столько силы? Два штука, мне нравится. А я говорила, блядь. Да вот же она! Король. Король! Это сколько? Не знаю. Сколько это король? Король червовый. Четыре. Давай, малыш. О, я же тебе говорю, давай. Что охуенно просто. Детка, детка, бей, бей, да! Вау! А так можно было? Так можно, блядь, здесь можно все. Ну все, ускоряемся, ну. Это тоже можно бить, нет? Настя, это можно бить? Стол. А нет, это туда мы выкладываем карты. Ой, пиздата. А это-то вот живое? Вот это раздала говна. А он считается, нет? Не, блядь, живой. Это не живой. Не живой. О, вижу карту, доставай. Где? Вон. А, вижу. Давай. Это не живой, это что-то, это пластик. Шесть. Давай, детка. 10. У меня 21! Все? Да. А у меня шанс, ты же первая била. Давай, просто все, для себя, Лен, давай. Давайте. Выпусти пар. Против коронавируса. За все неудавшиеся бизнес-стратегии. Чьи? У меня все в порядке. Ладно. За наркотики в песнях, которые... В смысле? Которые... Что ты, это про любовь все песни? Давай, за секс.
В смысле, за секс у меня супер секс? Блять, за продюсирование. Так, не давай разберемся. За коронавирус, давай, чтоб коронавирус исчез из нашей страны. Девять. У тебя реально 21-19, да. Обалдеть. Кто выиграл, пьет бокальчик животворящего шампусика. Кто проиграл, стопочку боярышника, чтобы успокоиться и не расстраиваться. Поэтому боярышник и шампусик, пожалуйста, в студию. Супер. Давай, моя хорошая, за... Это боярышник. За мужчин. Боярышник, это бабушки пьют? Это пьют все, у кого есть проблемы. Это валокордин. Это боярышник. Это боярышник от нервов. Слушай, это не та штука, от которой умирали люди? Самый дешевый алкоголь, нет? Ну, сейчас узнаем. Слушай, ты знаешь, столько опасностей. Коронавирус, боярышник. Давай просто жить здесь и сейчас. Этот тост я посвящаю мужчинам, которые делают нас счастливыми. Давай, мать. Сладкий вкус победы. Тепленькая пошла. Разошелся пост. Вот так! Яникс! Яникс Халк! Это я мало разошелся! Бегите! Спасайте детей! Яникс разошелся! Спасите Яникса с площадки! Яникс! Яникс, умрешь, домой не приходи! Мы заперли в прозрачном кубе одного из близких людей Лены Темниковой. И его судьба зависит от того, как Лена ответит на вопросы. Ответила неправильно – быть в беде. Темы вопросов следующие. События из жизни Лены и ее любимки и различные факты про темноту. Скорее, любимка сама себя не спасет. Леночка, здесь находится твоя любимка, тебе нужно будет ее спасти. Путем очень простой манипуляции. Есть вопрос и 4 варианта ответа. Нужно выбрать один. Если он правильный, с человеком, которого ты знаешь, ничего не происходит. Если он неправильный, происходит всякая бяка, гадость, грязь и не самые приятные манипуляции. Но ничего не поделаешь, это агент Шоу Лэнд, и мы начинаем. Пацаны, откройте ширму! И это Саня. Саня, звукорежиссер Лены, близкий друг или не близкий, но друг и товарищ. Настоящая любимка. Очень... Посмотри на Саша, Саню. Саша, ты же на репетиции сейчас должен Шапочка. Быть. Шапочка. Он лентяй. Оказалось, что он лентяй. Он сказал, что он ничего не будет делать. Лучше его залить всяким говном. Всем привет. Меня зовут Александр. Мне много лет. Я дружу с Леной уже порядка... лет, наверное, так 5-6. Я работаю у нее звукорежиссером. Что касается вашей рубрики, это, конечно, полный трэш. И я надеюсь, что Лена ответит правильно на все вопросы. Ведь мы дружим практически семьями. Поэтому я уверен, что все будет хорошо, я останусь чист. И я буду очень рад, если так и произойдет. Первый вопрос. Да. Что больше всего любит есть Александр? Колбаса, сырники, киви, макароны. 10 секунд. Сырники. Это правильный ответ. Закончи строчку Шекспира. Да будет свет, когда потухли свечи, душа во мраке, лампада стлеет, прошла гроза. Лампада стлеет, мне нравится. Это неправильный ответ. Душа во мраке на Саню. Мы вытряхиваем куриные перья. Не самое страшное, да, но это бодрящая история абсолютно. Саня, ты молодец. Держишься бодрячком. В каком городе у вас был первый концерт? Минск, Якутск, Сочи, Екатеринбург. Конечно. Честно, мне кажется, Сочи. И мы тебя маринад от шашлыка. Это было Сочи. Это был Сочи, это правильный ответ. Слава богу. Да, раз. Прости, но шашлычка сегодня... Какая прелесть. Да, не будет. А какие составляющие глаза отвечают в большей степени за восприятие темноты? Колбочки и палочки, белые тельца, стекловидное тело, зрительный нерв. Стекловидное тело. Это неправильный ответ. Колбочки и палочки на Александра высыпаются. Что это? Шпроты. Микрофон. Ням-ням. Тарас, давай, не щади. Сашка! Соль, перец по вкусу, Сашка!
Саня сейчас самый вкусный человек на планете. Что может быть вкуснее шпрот? Санька можно закусить, а еще пойти помакать него хлебушком. Это будет очень вкусно. Как Александр называет свою девушку? Чикулька, качепулька, капучинка, перчинка. Капучинка, ребята. Это правильный ответ. А я зову ее, привет, Вика, я зову ее качепушка. Качепушка. Вики повезло. Качепунка, я не могу всегда вспомнить. Качепунка. Качепунка, господи помилуй. Какие животные различают цвета в темноте? Лягушки, кошки, летучие мыши, белки. Ой, белки. Белки. Папа, белки. Да нет, я кошки. Да это ему, кошки. Неправильно, лягушки. Лягушки видят? Да получается, что так. А что это? Это лежавые тряпки, Вонючие, засанные лежалые тряпки. Саня, бог помощь. Извините. По какой шкале измеряют темноту ночного неба? Бортля, Левинзона, Кальвина, Лэмбела. Простите меня, физики Астроворлды. Я понятия не имею. Пусть будет вариант один. Бортля. Это правильный ответ. Я просто прячу тебя. От чего? Просроченная тушенка, к сожалению, на Саню не отправляется. В каком году вышла песня «Hello, Darkness, My Old Friend»? 1951, 1964, 1982, 1976. 64-й. Да! Да! Это самая щадящая любимка у нас в программе. Какой ученый ввел понятие «темная материя»? Джеймс Джинс, Анри Пуанкаре, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн или Ньютон? Пуанкаре. Да, блин! А я знал? Да! Она очень умна. Я не эрудирована, но зато умна. Кстати, я поняла, что у нас... Ну, и наоборот, ряд, тоже. У нас вопросы и про Саню, и про темноту, потому что ты не Темникова, и мы такие... А, нет, я не поняла. Ну, вот теперь знаешь. Поэтому ты Давайте темна. Медика, я хочу медика. Если Лена отпеть неправильно, хочу медика все-таки. Да, это будет классно. Сладкий Саша, шпроты с медом. Сладкий бабалех, Саша, сейчас будет. Моя любимая. Так, погнали. Вопрос 50 на 50. Какая из составляющих инь-янь темная? Инь или янь? У-ху! Вообще-то инь-ян, по-моему, было. Инь-янь. Ну хорошо, инь-ян. Где-то там есть мягкий знак, а где-то нет. А 5 пусть секунд будет, осталось. Инь. Это правильно. Я хочу медика, Саш. И это все. Нет. Ну давай польемся потом. Давай. Нет, все. Нет. Саня, ну, петля. Так, почему? Потому что это твоя подруга Лена так хочет. Тарас, поливай медом. Саша, Саш, без разговора. Ну, правильный же Саша, ответ. Саша, здорово. Сашка, открывай рот. Ну, классно. Все. Сашка, ты молодец. Ты прости, что я не на все ответила. Заходим. В принципе, мои любимые ингредиенты. Нет, заходить-то я не буду. Курица. Сань. Саня, далеко только не заходи, желательно. Ну, не так уж близко, мы знакомы. Ну, обнимай уже. Обнимай. Мяу. Ну все. Ну все. Теперь мы очень с тобой секси. Стали одной ближе. Крови. Мне очень понравилось тебя в гостях. Спасибо за эти супер эмоции. Сегодня я сделала столько всего стыдного и классного. От Ты же понимаешь, что мы уже это вырежем, да? Нет. Пойдем выпьем. Пока. Спасибо. Спасибо, ребята. Всей, всей команде спасибо. Восхитительно. Да вы просто лучший на планете вот Земля. Вот так надо было прощаться. Запрыгивай скорее. Да зачем же я тяжелая? Не думала, что мне это понравится. А за грудь можно держаться или как? Можно. В гостях была Лена Темникова. Мы вас очень любим. Любимки, будьте счастливы. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здорово, Фармиш, как дела? Как сам? Дай пять. Я иллюзионист, фокусник и еще бог знает, сколько талантов у нас Стишки Ивлеевой. Записывайтесь к Сереге, он вас научит уму-разуму, блядь. Что с твоими волосами? Все пиздатенько. Ты в курсе, что у меня сейчас это трясет? Это хорошо. Ребята, я очень волнуюсь. Я... Не парься. Последний раз я так волнуюсь. Я сама волнуюсь. Я вообще волнуюсь только Урганта. И сегодня заволновалась. Ты меня заставляешь волноваться. Я просто королева площадки. Я сейчас вышла. Пошли играть королеву. В книжку.
Фармен у нас не может определиться, мексиканец он или азербайджанец. Ой, у меня точно так же с Мерике. Он у нас не может определиться, он мексиканец или колумбиец. У нас еще есть такой артист Тимати, который тоже не может определиться. Он типа американец, мексиканец, кто он там, дагестанец. Тиман, приходи, мы тебя тоже ждем. Моя работа, мой друг, вот я заказал. Серьезно? Да, блядь. Лысочка такая. Мамечка моя сладенькая, ты посмотри, какая. Ночь на взаимных паузами длинными, знаешь, хочу. Песня, кстати, ты просила. Смотри, слезы. Но климат настолько сухой, что они испаряются сразу, слезы. Я уже вижу в этой песне себя, мне хочется грустить под нее на подоконник. Да, мы угорали. Нет, это серьезное творчество Лены Темниковой. Да мы угорали. Не угорали, угорали. Мы. Не угорали, мы. Окей, еще из моего авторства. Давай, мне кажется, разошлось. Это просто мелодия. Так и слова. Я тогда тебе скажу, у меня целый альбом. Да, у меня целый альбом таких песен. Братишку домой. Берем. Ну, Настюшка. Ну, угарно. Команде. Спасибо, это было супер возвращение в детство. Пацаны, как не здорово пахнут, уметь веселиться. Дело.